Первая декада ноября стала самой теплой с 2013 года, заявили метеорологи ГИС-центра по ГНИУ. Средняя температура оказалась выше нормы на 4-5 градусов. 10 ноября край попал под влияние циклона, который принес дождь. В Перми спрогнозировали 5-10 миллиметров осадков за сутки. Заток тепла продолжится. Среднесуточная температура воздуха будет на 7, а то и 8 градусов выше нормы. Такая тенденция сохранится предположительно до 15 ноября, считают синоптики. В Китае прошел совет по сотрудничеству регионов ПФО и провинции КНР в формате «Волга-Янцзы». Делегацию нашего федерального округа возглавил полномоченный представитель президента Игорь Комаров. Страны обсудили развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в появлении новых торговых маршрутов. Поскольку в этом году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объеме в пределах ПФО почти в два раза. Стали известны главные темы, которые обсудят на инженерно-промышленном форуме в этом году. Мероприятие пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Перми. Участников ни много ни мало, планируется более 3000 руководителей и специалистов промышленного сектора Российской Федерации и других стран. Ключевой темой форума в этот раз станут люди. Рассмотрят вопросы обеспечения предприятий кадрами, промышленной безопасности, сохранения трудового ресурса. Новости коротко подготовила Карина Волошина.